Произошел скандал. Саша получил от мамы пощечину. Ольга Васильевна плакала. Саша скандалил от злости, разбивая все на пути квартиры. Но позже успокоился и заявил, что пересекаться с мамой... Он хорохорится, он хочет показать себе, что у него деньги есть. Нету, Даша, мне кое-что он говорит, он мне оплатит. Я не хочу жить с мамой.